Ну і ще на один приклад брехливої пропаганди російської ЗМІ щодо західної зброї звернули увагу фахівці Conflict Intelligence. Зокрема, вони розслідували випадок з англійською ракетою «Brimstone», яка буцімто не розірвалася на запорізькому напрямку фронту. Проросійські телеграм-канали, які намагаються зробити образ, що западне оружие, поставлене в Україні, воно неефективне, невисокоточне, безполезне, пытались показать, что вот позиции российских войск на запорожском направлении обстреляли из ракет «Brimstone», которые поставили Украине из Великобритании, насколько я помню. Показали, что вот она не взорвалась, воткнулась в землю. Но если вы обратите внимание на вот этот серийный номер GB04D300003, и ну, вот здесь его не видно, и сравните с другими фотографиями от мая, где опять же видна ракета «Brimstone», то вы увидите, что вот тот же самый серийный номер, вот он здесь. Соответственно, мы понимаем, что это старая ракета, которая была еще в мае. И, кстати, я и по майским фотографиям так и не понял, тут вообще видно, что она вообще летала, или это ее где-то затрофили на складе. Я вот это вот, честно говоря, не понимаю. Потому что она выглядит прям идеально, вот как будто из ящика достали и положили. Ну, поэтому так или это не так, я не знаю, но тем не менее... Факт в том, что та ракета «Brimstone», которую они даже не заморочились и закопали ее, ну, то есть воткнули в землю, она именно майская, она старая, это не какой-то новый ее прилет. И то же самое происходит и с «Байрактарами». Я вам когда-то в сводках показывал, что берут обломки «Байрактара» из старого места сбития, перетаскивают на новое место, причем просто переставляют их немного по-другому, фотографируют, говорят, что вот новое сбитие «Байрактара», ну, фотоотчетные войска. Вот они, пожалуйста, вам. И то же самое и с «Хаймерсами», потому что «Хаймерсы» уже не раз стреляли по пророссийским позициям, поэтому найти осколки «Хаймерса», собрать их вместе и привезти в Еленовку, нет вообще никаких проблем. И поэтому, когда их показывают на скамейке, это вообще ни о чем не говорит и ничего не доказывает.